Всем привет! Хочу показать вам оригинальный способ поздравить кого-то с Днем Святого Валентина. Это такая не совсем обыкновенная валентинка, это оригами валентинка, это непривычное нам сердечко, а милашные, мимимишные мордашки животных. Итак, для этого нам понадобится всего-навсего листок бумаги альбомный, ножницы, фломастеры или карандаши. Итак, мы складываем треугольничко. Вот так. И отрезаем лишнюю часть, чтобы получился квадрат. Лишнее убираем. Итак, солнышко, хулиганка уже ест бумагу нашу. Пять, помощница наша, смотрите, какая у нас помощница, да? Так, берем листок, вот таким образом, складываем в эту сторону пополам, чтобы вам было видно. Давайте, наверное, будет вот так. Далее мы складываем эти уголочки к краю. И, соответственно, второй. Получилась вот такая вот у нас фигурка. Дальше нам необходимо вот этот вот кончик загнуть. Так. Все складываем ровненько, красивенько. И хорошо, так хорошенечко прижимаем. Солнышко у нас там опять хулиганит. Все время ест какие-то бумажки и коробки. Так, далее вот эти вот уголочки, вот эти, которые у нас здесь есть, их необходимо завернуть. Вот так. И второй. Так. Дальше нам необходимо завернуть вот эти краешки. Если вы вдруг не успеваете за мной, ставьте на паузу и с другой стороны. Так. Потом подгибаем прямо, а вот надо как-то немножечко вот так вот больше захватить наискосочек, наверное, потому что получается мордашечка квадратная, нам это не надо. Значит, где-то вот так и одну сторону заворачиваем. Все, наша мордашка готова. Дальше мы берем, надо немножечко, конечно, было поаккуратнее, мне просто неудобно тут из-за камеры выглядывать и показывать вам. То есть чуть-чуть все нужно сделать было ровнее, аккуратнее. Итак, у меня уже есть заготовки, которые делала моя дочь. Вот, видимо, у детей это получается еще лучше, чем у мамы. Итак, берем фломастеры, карандаши и разукрашиваем. Как мы разукрашиваем?
Вот, смотрите, образец. Сложено точно так же, все только чуть-чуть больше загнутые. Вот, видите, ушки, мордашки получились вот так. И разукрашиваем. Получился вот такой котик или тигренок. Еще есть вот такой вариант собачки. Здесь с этой стороны можете приклеивать клеем. Можете не приклеивать, можете писать там где-то свои пожелания внутри. Писать здесь I love you, с любовью. Так, еще что сделала еще Маргариточка моя, моя дочь. Она сделала еще вот такую мордашечку маленькую. Видите, какую милашечку? Вот. И сделала еще вот такую мне Валентиночку. Вот. Так что... Берите краски, фломастеры, карандаши, ножницы, бумагу, все что угодно. И творите любые ваши мысли, идеи. Можно воплотить в очень красивую реальность, оригинально поздравить своих любимых, подарить кусочек счастья. Вот. На этой прекрасной ноте хочу с вами попрощаться. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашему видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые интересные видео, а также нажать кнопочку подписаться. С любовью вас! Целую! Пока-пока!